Колпашевские преподаватели стали призерами межрегионального этапа всероссийского конкурса «За нравственный подвиг учителя». Торжественная церемония награждения состоялась 21 октября в Омске. Дипломы 10 победителям и ценные подарки – ноутбуки – вручали глава Омской митрополии, митрополит Омский и Таврический Владимир, заместитель председателя правительства Омской области, министр образования региона Татьяна Дернова. Кроме того, призеры получили благодарственные письма полномочного представителя президента в Сибирском федеральном округе. Номинации за организацию духовно-нравственного воспитания в образовательной организации победителем стал авторский коллектив из Колпашева. В его составе педагог-психолог детского сада номер 14 Оксана Бузениус, а также руководитель воскресной школы Вознесенского кафедрального собора Колпашевской епархии Оксана Руденко. На суд жюри педагоги представили конкурсную работу под названием «В духовный мир с детства».